Настоящими машинистами железнодорожных локомотивов на один день смогли почувствовать себя ученики Одинцовской гимназии номер 17. А еще на экскурсии в учебном центре профессиональных квалификаций Московской железной дороги ребятам рассказали о правильном поведении в чрезвычайных ситуациях и обучили навыкам оказания первой медицинской помощи. И вот здесь, допустим, рана, выше ранки, вот этот жгут мы затягиваем. Угу. Сильно. Все. Перетянули, значит, все вены перетянули, кровь остановилась. Понятно? Стальная магистраль – зона повышенной опасности. Филиалы РЖД регулярно проводят подобные обучающие программы среди школьников. Цель таких акций – профилактика травматизма среди подростков на железнодорожных путях. Данные подобные мероприятия позволяют нам еще раз рассказать, напомнить подрастающему поколению о правилах поведения на железной дороге, так как железная дорога является зоной повышенной опасности. Мне выпала честь вам показать интересные места нашего учебного центра. Помимо техники безопасности, школьникам рассказали об истории развития железной дороги в России. Провели экскурсию по архитектурным и историческим зданиям Пресненского подразделения Московского учебного центра. А также познакомили с профессиональными квалификациями железнодорожных служащих. Совместили как профилактическое мероприятие и профориентационное. То есть побывать в учебном центре и не узнать, на какую профессию здесь обучают, кого здесь выпускают. Наверное, это неправильно. Поэтому мы, безусловно, ознакомим учеников, ознакомим с нашим учебным центром. В Пресненском подразделении Московского центра профессиональных квалификаций размещены 3 учебных корпуса, читальный зал с современной техникой, библиотека, спортивный комплекс, а также тренажерный класс, где каждый за компьютерным пультом познакомился с азами управления локомотивом. А кто-то даже попробовал себя в роли машиниста на симуляторе, имитирующем кабину грузового тепловоза. Следующая станция Одинцова. Экскурсия проходила в доступной интерактивной форме и по-настоящему заинтересовала ребят. Значит, делаем 2 простых вывода. Это знакомство с миром РЖД стало для ребят первым, но именно такие инициативы помогают многим определиться с будущей профессией и выбрать дело своей жизни. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».